язык, мне это очень приятно. Я просто хотела вам сделать видео, сказать, что я вас очень сильно люблю, и я очень благодарна вам за то, что вы смотрите мои видео, и за то, что вы со мной разговариваете, и говорите, и спрашиваете. Если у вас есть еще какие-нибудь вопросы, или пожелания, или вообще что-нибудь, оставьте обязательно в комментариях. Я их всех читаю, у меня не всегда есть время на все отвечать, к сожалению, но я все всегда читаю, я все комментарии вижу. Даже на моих старых видео я все комментарии вижу. Так, давайте перейдем к пару вопросов. Лора спрашивает, хочешь вернуться в Россию? Так как я сказала, я вообще-то с Молдовы, я прожила большинство своей жизни в Молдове. Мой город — это мой город Кишинев. И, конечно же, очень хотелось бы вернуться, увидеть своих одноклассников, увидеть своих друзей. И я очень стараюсь в близком будущем вернуться и всех увидеть. Но жить я, наверное, там уже хотеть не буду. Щи мои кумини мои. Но жить я уже там, наверное, не буду, потому что, я не знаю, я привыкла здесь. Моя жизнь теперь тут, мои друзья все тут, муж тут. Надо только, правда, мою семью сюда как-нибудь сделать, чтобы они переехали сюда, но пока еще как бы это только я здесь. И мне здесь очень нравится, я не думаю, что я уже смогу обратно привыкнуть к тому стилю жизни, так как я очень привыкла к этому стилю жизни. Лора опять спрашивает, что самое хорошее и плохое о жизни в Америке? А самое хорошее — это то, что здесь столько всего opportunities, как это слово? Возможности. Здесь столько всего возможностей, столько возможностей учиться, столько возможностей приобрести себе хорошую карьеру, хорошую работу. И даже именно мне нравится то, что здесь работаешь честно, работаешь много, и у тебя достаточно обеспеченная жизнь, и не нужно ни о чем заботиться. По сравнению в Молдове, мои родители работали всю свою жизнь, у них там дипломы за дипломами, и вообще такие образованные люди, и все равно им настолько тяжело там найти работу. Не только найти работу, но просто у нас, особенно государственные работы, вообще оплачиваются никак. Здесь государственные работы как-то считаются очень престижно. Ну, люди здесь по-любому жалуются, но я им говорю, слушай,